Включаем ноутбук, и при включении экрана у нас появляется черный экран с надписью Inaccessible Boot Device. Почему возникает эта ошибка на операционной системе Windows 11? Windows не грузится. Вместо синего экрана у нас черный экран. После этого сразу же происходит перезагрузка. И эта ошибка повторяется по-новому. При включении сразу же нужно нажать клавишу F2 для запуска BIOS. У вас может быть клавиша FN плюс F2. Либо клавиша Delete, а может быть совсем другая клавиша, которая отвечает за вход в BIOS. В BIOS переходим в расширенные параметры, это Advanced Mode. Можно нажать клавишу F7 для входа в расширенные параметры. Advanced. Выбираем SATA Configuration. SATA Mode Selection Intel RST State. Выбираем HCI Mode. После этого сохраняем настройки. Можем нажать клавишу F10 для сохранения настроек. Либо выйти из этого меню и перейти к последнему пункту Save и Exit. Выбираем Save Change and Exit. После этого, сохраняя настройки, нажмем ОК.